Дорогие друзья, у нас для вас сюрприз. И в то же время огромная-огромная просьба. Вы знаете все нашу Мусю, но не все знают, что у нас появилась уличная кошка, которую мы назвали сначала Зеленоглазка за ее невероятной красоты глаза. Если она придет, мы ее покажем сейчас. Она сейчас на охоту пошла. Вот. Она потом назвали именно Лисичка. Потому что она рыженькая. Лиса, да. И у нее глаза очень хитренькие. Очень умелая охотница. Охотится. Кому нужно домой кошка-охотница? Не просто кошка там, щусю-пусю, а именно охотница. Я не буду перечислять, но я вам скажу, это настоящая охотница. Что она только нам не приносила. И она 7 сентября месяц назад родила 4 очаровательных малышей, которые очень скоро перестанут нуждаться в маме, а мама нуждаться в них. Котята, кошки кормят котят примерно 1,5 месяца, то есть через неделю-две они могут уже все разбежаться. Такие вот хорошенькие. Такие вот очаровашки. 4 штучки. Пока мы не определили мальчик и девочка, это очень сложно в таком возрасте. Подними там хвостикал. Да. Я не знаю, как-то нам сказали параллельно. Не знаю еще. Да. В общем. Такую-то. Не, надо хвостик поднимать. Кто это, мальчик или девочка? Не знаю. Ну, вот такие вот очаровашки. 4 котенка. 4 очаровательных котенка. Кто мальчик и девочки, мы обязательно определим. Но в любом случае, помогайте, мальчики они или девочки, хорошие руки. Нам они очень нуждаются в добрых руках и в доме. Они очень активные, скоро разбегутся. Сейчас они пока находятся в тепле, находятся при маме, поэтому от мамы далеко не уходят. Но очень скоро можно будет их и потерять. Очень просим вас, помогите, пожалуйста, в их устройстве. Просто умоляем, да. Такие вот они у нас хорошие. Такие вот ребятки у нас, да. Такие вы очаровашки, милашки. Осенний красавец. Вот этот прям вообще рыжик. Кому нужен рыжик? Как мама. Вот он, как мама. Вот он, лиса, лиса. Кому нужно с такими вот беленькими лапками? Чулочки. Чулочки. Вот он. Ду-ду-ду. Вот они такие, сейчас чулочки. Они, им прохладно, да, сейчас мы их накроем. Потому что, вот он, ребята, пишите, какие у вас есть предложения. У нас поступило несколько предложений отдать их в некий приют. Да, там платишь деньги и отдаешь. Это у нас оставляем как самый крайний вариант. Потому что с ними будет дальше, мы, честно говоря, не знаем. Какие бы ни были хорошие отзывы, красивые, это коммерческая структура. Вот, не будем, как говорится, обобщать, но бы я очень хотел отдать этих котяточек из рук в руки, смотря в глаза будущему хозяину. И сниму сюжет при возможности об этом хозяине. И, может быть, приедем на годовщину этого котенка. Поэтому, если вы хотите оставить память о себе на всю жизнь, замечательная способность, возможность. Да. Отдайте. Может быть, кому-то кто-то подарит своему ребеночку, дочке или сыну, потому что дети мечтают очень многие о котятах. Котята, я думаю, уверен, будут очень умные, потому что мама их очень умная. Очень умная, хитрая, умная, да. Способная, обучаемая. Да, обучаемые. Ну, пока не воспитанные, потому что мама есть мама. Она у нас из диких, лесов, да. А себе если не можем взять. У нас если Муся. У нас есть Муся, все знаете, и Муся сейчас находится в стрессовом состоянии. В большом стрессовом состоянии. Ой, ребята, я за вами уже не успеваю. Держи. Я думаю, что получится удержать. Держи только их, пожалуйста. Они делают так, чтобы они прижимались друг к другу. Да вот они не прижимаются, видишь, какие. Нет, они привыкли друг к другу. Вот так держи их, да, руками. Вот. Чтобы у них были попки, мордашки в одну сторону, пожалуйста.
Ну, все видят, что задавайте вопросы, спрашивайте. Если кто-то живет в Москве, в Московской области или в ближайшей другой области, где можно приехать на машине, вам передать, я буду очень рад. Наша семья кота-путешественников не только любит котов, но и путешественники. Мы мечтаем о путешествиях, а сейчас в связи с этой ситуацией мы, как многодетные родители, не можем никуда, конечно же, уехать. Дело в том, что у детей у нас уже сейчас две кошечки. Да, и у нас, и у всех наших знакомых. Да, уже кошки. То есть мы еще в том году не могли пристроить, поэтому они сейчас находятся у наших детей. Две замечательные кошечки. Ну, теперь у вас будут такие же вот замечательные, шустрые. Очень шустрые. Держи, держи, Алла, держи. Ой, иначе мы сейчас не поймаем их. Нет, все, надо закрывать, держи. Володь, все. И надо относить, закрывать относить и относить их быстренько домой. Место, сейчас мама придет, а их нету. Да, мои хорошие, мои хорошие. Покажи еще какую-нибудь мордашечку. Давай. Для наших добрых друзей. Вот, посмотри на меня. Вот какой очаровашка. Хорошенький. Какой красавчик какой. С какими белыми чулочками. Угу. Очень красиво. Глаза у всех голубые. Все, давай складываем и на место. Друзья, очень рассчитываем на вашу помощь. Без вас нам не справиться с этой ситуацией. Мы пропадем. Да, не справиться нам с этой ситуацией.